Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 5. Так, я думаю, одного чемпиона не отдам. Был бы не чемпион потерян, а рыцарь, я бы отдал. Чемпиона не отдам. Так, они, в принципе, не долетают, так что можно пока мест в деф поставить всех. Так, хаос мне, хаос... А, тю, блин, это... Господи, а что ты можешь колдовать? Фигню всякую можешь колдовать. Так, ладно. Кольцо холода замораживает врага. То есть они как бы сходят позже. А ну-ка, вот хотел испытать. Да, видите? То есть вот этот вот... То есть мы можем вот так переставиться, и смотрите сейчас, что будет. О, еще заморозили. Так, давай выноси вот сюда. А что не убил-то, блин, вапил? Сраный. Так, ну ладно, ты что-то не сваливай. Окей. Да, заморозка хороший перк. Слушайте, заморозка хороший перк. Так, Файденс, собирай тут всякие ресики. Тоже дело нужно. А вообще, чё я главным героем? Я так понимаю, там дальше замка нет. Файденс, погнал на шаурму. А главный герой побежит... Хотя, что у нас маг главный, на самом деле? У нас маг нифига. Ой, а зачем я... Ладно. Бывают в жизни тупники. Вон, уже говноед бежит. Так, все, ты... Ну ладно, эту шахту уже возьми, хрен с ней. Так, чё тут за хрен бежит с бугра? Средняя угроза. Вот этого одного надо убрать. Так, Годрик. Очень низкая угроза. Вот. Пошел. Пошел его отпугивать. Он не отпугивается. Ну, сейчас тогда тебе придется с ним драться. А что делать? Ну, нельзя ему отдавать там какие-то эти. Надо его убивать. Ну, один грифон нормально. Плюс тебя надо прокачивать, поэтому... Воздаяние даруешь. Что на всех божественную силу? А ты у нас с магией света, да? Чем больше, давайте воздаяние возьмем. Ну, и давайте искусное нападение возьмем. Сейчас мы его прокачаем, этого Годрика. Так, Годрик, ну купи, если место есть, что бы не купить, да? Так, все, Годрик там разрулил. Значит, ты кто? Файден, так ты уже тут? Я тебе не успел моргнуть, Файден уже прибежал. Не успел подумать, а он уже сделал. Так, давай иди шахты тут подрезай экономические наши. Вот, главный герой, ты куда бежишь? Ты правильно бежишь. Ты беги, кстати, сейчас тебе Годрик скинет еще армию. И нормально, в принципе, будет.
Вот, меня пока даже вот тот проход не интересует. Блин, шахта на самом деле сложная. Хотя пофигу, пошлите в этот проход. Пойдемте в этот проход. Там Годрик зарешает на стреме этот. Ему все равно надо прокачиваться. Годрик, короче, занимайся тут всякой своей хренью, которой ты обычно занимаешься. Выноси тут этот. А главный герой, хоть и без армии, ну попер. У нас зато ангелов много. А, это к Маркелу уже путь. А, ну тогда, тогда отставить. Ну ладно, Годрик в любом случае, пусть этот самый, пусть занимается своей лабудустикой. Так, тут экономику вроде как подправили. Так, ну ладно, давай тогда подходи сюда. Будешь у нас заниматься, в общем, главным по этому городу. Так, значит, на Маркела пока нельзя нападать. Окей, Годрик, пошел. Пошел. Так, ну у тебя все равно ходов нет. Давайте уже дождемся следующей недели тогда. Как раз и главный герой подбежит. Так, вот, собственно, главный герой подбежал. Ну ладно, подбеги в эту сторону. Пока ход пропустим. Сейчас у нас еще популяция подойдет. Начало недели ассасина. Шикарно. Так. Ну, практически уже скупили полностью. Кстати, а у нас апгрейд. Блин, у нас денег нет на апгрейд. Ну ладно, пофигу. Давай, что купил, короче, то тащи сюда. Что купил, то тащи сюда. Ты же у нас посещен? Ну да, конюшня у него по дефолту должна быть посещена. Ладно, давайте подбежим на один ход. Вот, а ты подгребай на всякий случай. А что ты так странно ты так пошел? Ну ладно. Подгребай в ту сторону, чтобы, если что, оборонять замок вот этот некромантовский, если там Маркел вылезет оттуда. А вообще, слушай, вообще я бы сходил на твоем месте еще вот эту дорожку бы прочекал. Вон там всякие кристаллы лежат. Чего бы нет, собственно говоря. Так, давай, чувак, значит, перекидывай за хиру колдунов всяких, там, ангелов. Слушайте, а не слабо он так притащил это. Притащил с поддержки. Ты нормально так притащил. Не слабенькую ты армию притянул. Так, ну ладно, погнали все теперь сюда. Блин, это же у меня еще в других городах. Ну ладно, ничего страшного, нормалек. В других городах есть куча армии. Ага, в святилище лучше не заходить. Так, ну я так понимаю, это последний город империи. Блин, опять Файдейном не сходил. Ну, ничего страшного. Тут угроза очень низкая, поэтому нападаем. Ну, 28 этих, и хрен бы с ним. Так, все, это последний замок империи был, да? Что тут построено? А тут вообще фул отстройка. Только в армии нет. Ну, отстройка фул. Ну, это ж меня радует. Это же шикарно. Не, этих покупать мы не будем. А у меня нету ни грейженных войск. Нету, конечно, откуда они у меня. Так, чё теперь это самое? Захватить, уничтожить Маркела. Зихир, Годрик и Файден все должны выжить. Так, вот эту штуку надо посетить. Сейчас надо за этот самый... Значит, Файдейн, теперь. Ты беги, куда бежал. Зачищай тут всякие ништяки. Ну да, здесь этот, здесь тупик. Так, ты беги в замок. Тут, если что, скупишь оставшуюся эту. Все, наконец-то я скупил всю популяцию. И у меня еще остались деньги. Так, все, этих крестьян не апгрейдим, так как они налогоплательщики. Хотя уже, в принципе, не актуальны. Ну, а штукарь ополченцев нам, с другой стороны, нужен. Прям необходим.
Так, ну я думаю, на Маркела можно нападать. Давай сюда, Файден, подгоняйся. Я думаю, на Маркела можно нападать. Сейчас мы тогда из этого замка тоже купим популяцию. Пару тысяч золотых возьмем. Так, все, сейчас надо бежать, соответственно, сюда, в него обратно. Бежим обратно. Ну, по идее, нам должно хватить бабулеса, чтобы этот самый... купить 86 тысяч. О, плюс конюшню посетили. Да, сорокет остался. Ну, я не знаю, этих... Ну, давайте купим ополченцев. Ладно, фиг с ним. Так, все, тут популяцию купили, да? Вот, и я так понимаю, надо бежать на Маркела. Все, прямым ходом. Но не прямым особо. Ну, практически скупили тут всю популяцию. Я думаю, в принципе... Значит, Годрик, давай дуй сюда тоже. Пошел. Файден, подтягивайся тут тоже к месту действия. Блин, у нас, конечно, Годрик нифига не прокачан. Но я не знаю, я надеюсь, что ему особо тут драться не придется. Так, ты подтянулся? Подтянулся. Все. Красава, перекидывай армию всю теперь сюда. О, соточка лукарей. Этих чувачков. Да у нас уже армия, ребята, я ее боюсь. А. У нас уже армия, ни хрена, хо-хо-хо-хо. Так, все, Годрик, дуй, короче, обратно теперь. Свою резиденцию и сиди там. Вон, река, ходы кончились. Так, а вот эту штуку я посещал? А, да. Так, ну мне надо идти, соответственно, нападать на Маркела. Где там этот вход? Вот он, да? Соответственно, пошли. Так, пошли. Прохожу ту же миссию. Включил стрим на Включил стрим на телефоне, играю на компе с шашлыком, прохожу героев, точно-точно ту же миссию. Слушай, ну круто. Получается хоть? О, не посещалось, надо пойти еще вот эту штуку посетить. Героя главного надо прокачивать. Все-таки. Да, оставить в покое эти ассасины, они нам не нужны, тем более у нас все прокачано. Так, ты давай дуй в замок. Обратно. Ну, ты просто сюда подтянись, так, фофан. Потусить. Подтягивайся, потусить. Блин, его бы, конечно, посадить в какой-нибудь бы. Этот, так, такое строение посещалось. Ну что, на Маркела нападать-то можем? Ну, в принципе, несущественные потери в сравнении с тем, что у нас, да? Поэтому, как бы, можно спокойно идти дальше. Ставить в покое, берем этот ништяк. Так, ну золота, я думаю, нам уже достаточно. Вот, поэтому как бы пропускаем тоже все ходы. Пропускаем все ходы. Давайте вот это вот все я буду собирать. Так, ну давайте этот самый. Слышь, что, Файдаем, тут такая тема. Идет главный герой. Но за ним надо подчищать. Поэтому ты, пожалуй, тоже заходи. Тут и давай как-то разгребать эту ситуацию. То есть вот он проходит тут. Все это. Всех убивает кого? А что тут лечистое? Это что такое? Погост. Так, ладно, идем пока по дороге дальше. Ой, это что такое?
Так, а ну-ка, стоп. Я что-то сейчас не понял немного. Герои готовы сразиться с Маркелом, но я, честно говоря, не с перепугу нажал нет. Вот, но надо, наверное, сражаться. Ну давайте, а чё, посмотрим, чё будет. А, ну у нас этот герой. То есть, в принципе, ключевой герой идет в битву. Это Маркел? Да, это Маркел. Колдовство 33, с ума сойти. 10-10, атака, ой, ёк. Удар с небес. Так, слушай, ну давай-ка ты долбани в лечей. Слушайте, я думаю... Ну, ладно, давайте повременим пока. Ну, не знаю, если с этой точки... О, он лучников как-то так интересно призвал. О, отразилось наше это заклинание. Так, вот этих вот, они меня бесят. О, нормально, все, их нету, можно считать. Так этот Маркел какой-то стрёмный на самом деле. Так, ладно, давайте этим переполовим. Не совсем то, что я хотел, но... А, 8-12, так, это все ерунда. Давай этих 13, нормально. 1. Ой, господи, эти крестьяны, они такие себе. Чуть в дере. Во, гриф прилетел. Гриф, красава. Так, 0-1, 1-4. Давай, наверное, по вот этим. Блин, 33. Ой, чё Маркел кастует-то? Я не совсем понял, что это было. Ну ладно. Так, ну мне кажется, кольцо холода здесь хорошо заходит. И когда у него закончатся эти подкрепления-то? Не, ну они у него слабенькие. А, ну они вроде как не заканчиваются. Так. Окей. Вроде как заканчиваются, слушайте. Промах. Так, осталось вот этих убить и все. Ну вот теперь вот по ним будут... А, еще вампы! Я забыл про вампов. Эти, естественно, попадают. 2-9. Давай, блин, МБУ. Ля, откуда там 15 этих-то взялось лечей? Так, ладно, давай кольцо холода сюда. Блин, Маркел опять понапризывал всякой шляпы. Так, ну ладно, давайте эту шляпу сейчас забудем. Особенно вот 8 лечей мне призывают. Так, давай 28 этих убьем. Давай 3 вот этих вот. Все, победа, ёпки. Ну, что-то вообще каких-то особых... Ха-ха-ха. Смешно. Я понял. Не, ну мы, естественно, тут проиграем, тут без вариантов. Ха, смешно! То есть я должен... Как бы всеми победить. Понятно, тогда ты беги в замок. Ну, то есть у Файдаена там нормально этого экипировки. Так, ладно, пришло время уже этот самый... У нас 100 тысяч, все хватает.
Все, штукарь этих есть. И чувак, а где у нас был второй самый топовый замок людей? Полностью отстроенный, я вот не помню. Не, не вот этот и не вот этот. Это такой себе. А, вот этот вот, да? Да, уровень города 33. Слушайте, ну это, конечно, забавно. Ля, я не ожидал такой подставы. Сейчас мы ему прикупим этого. Прикупим армии в количестве пару штук. Ну, парочки популяций. Или даже троечки. Не, парочки. Вот, все. И такой армии он, я думаю, уже возьмет. Так. Окей, ну а у тебя... А у тебя по дефолту тут нормально более-менее. Я думаю, справишься. Так, да, с Маркелом пошли сражаться. Ладно, ребят, давайте эту битву тогда уже в следующем выпуске проведем, а этот выпуск я на этом заканчиваю. Всем большущее спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.